Химках появился новый вид вымогательства. Об этом рассказали в социальных сетях. В сообществе «Типичные Химки». Автомобилисты находят под дворниками записки с текстом следующего содержания. Вы нарушили правила парковки. Статья 12, пункт 19 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф по этой статье составляет 3000 рублей. Далее следует угроза, что нарушение зафиксировано на фото вместе с государственным номером автомобиля. Злоумышленники требуют от автовладельцев перевести на их счет 490 рублей взамен молчания. Платить вымогателям, конечно же, не стоит. Ну а автомобилистам, в свою очередь, следует быть внимательными и не нарушать правила парковки и дорожного движения.